дорогие друзья! И, как я вам обещала раньше, мы сегодня находимся в гостях в компании By InShot, строительной компании By, которая находится в Махмутларе. Эта компания строит комплекс резиденции в Махмутларе. Завершается сейчас у вас четвертый проект. Хочу познакомить вас с Миланой. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь к Милане по любым вопросам, касающимся недвижимости в Турции. В описании к видео я оставлю ссылку на их сайт, на страничку в Фейсбуке, да, все контакты. Милан, ну расскажи хотя бы чуть-чуть про компанию. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Милана, я представитель компании By Construction. Компания By Construction была основана в 1980 году. На протяжении всех этих лет было построено более 2000 квартир. Сейчас мы завершаем наш четвертый проект, который называется By 4 Residence. Он представляет квартиры 1 плюс 1. Также вашему вниманию мы представим квартиры 2 плюс 1, 3 плюс 1, пентхаусы во втором бае, в третьем бае. В общем, есть квартиры на любой карман? Да, на любой карман, на любой вкус. С видом на море, с видом на горы. Еще в комплексе, у вас в комплексах очень хорошая инфраструктура, у нас бассейны, хамамы. Очень обширная инфраструктура. Это сауна, турецкий хамам, настольный теннис, бильярд, детский бассейн, горки. Вот как раз бай третий, это квартира 1 плюс 1, да? Да. Общая площадь квартир 75 квадратов. На крыше комплекса у нас терраса для загара. Очень мало застройщиков, которые используют эту территорию. Вот как раз она есть в том комплексе, в который мы сейчас пойдем, да? Тоже терраса сверху. В общем, друзья, Милана убегает, к сожалению, к клиентам, а мы сейчас пойдем в By 2 Residence и покажем квартиру 2 плюс 1, тоже поднимемся на террасу, покажем инфраструктуру комплекса, в общем, все, что вас интересует, расскажем по ценам. Ну, а если у вас есть вопросы, пожалуйста, к Милане. Обращайтесь. Дорогие друзья, добро пожаловать в By Residence, во вторую резиденцию компании By Construction. Сейчас я вам покажу, как же выглядят новые квартиры в Турции на продажу. Эта резиденция расположена недалеко от моря. Как здесь сказано в брошюре, всего 250 метров до пляжа. И в этой резиденции очень хорошая инфраструктура. Есть хамам, спортзал, бассейны. Все вам покажу. Ну а сейчас давайте пройдем в квартиру 2 плюс 1, где две спальни и зал с кухней. И далее уже поднимемся на террасу и спустимся к бассейну. Пойдемте покажем вам, как же выглядит подъезд в турецком доме. Как вы видите, все дома обладают домофонами. И все жители обладают специальными ключами, по которым посторонние не могут войти в помещение. Вот так вот выглядит подъезд в этой резиденции. Сейчас мы находимся в подъезде. Как вы видите, здесь очень красивая подсветка. Все аккуратно выполнено из полы из мрамора. Есть два лифта. И сейчас мы отправимся в квартиру, которая уже с мебелью, в шоурум. И я вам покажу, как же выглядит квартира, какие открываются виды из окна. Друзья, мы сейчас до квартиры номер 8, до квартиры номер 30, которая является шоурумом, отправляемся в лифте. Айхан снимает видео. Мы поднялись на лифте на 8 этаж, и, как вы видите, на этаже 4 квартиры. Мы пойдем в одну из них, квартиру 2 плюс 1. Ну, а подъезд выглядит вот так, с подсветкой, красивое оформление стен, лестниц. Можно спускаться по лестнице, кто занимается спортом, ну и, конечно же, пользоваться лифтами. Сейчас мы пойдем в квартиру 2 плюс 1, которая, как я уже говорила, расположена на 8 этаже, но квартиры, в принципе, все идентичные. И в этом комплексе, как я вижу, из 2 плюс 1 квартир осталось всего 3 квартиры. Эта квартира, входная дверь, в первую очередь, покажу вам входную дверь, выполнена она таким образом, что гармонирует с дизайном всего интерьера и комплекса. И, заходя в квартиру, мы попадаем в первую очередь в коридор. Здесь находится одна спальня комната, туалет,
еще одна спальная комната и, конечно же, зал. Как вы видите, коридор очень просторный, можно поставить шкаф. Как я уже поняла, в шкафу находится стиральная машина. Можно расположить различные принадлежности, также счетчик. И здесь расположено, есть место для вещей, каких-то мелких деталей гардероба, для обуви. Расположить можно какие-то, повесить ключи и так далее. И далее мы проходим в гостиную. Гостиная здесь совмещена с кухней. Это американская кухня. Площадь этой квартиры 120 квадратных метров. Здесь, что очень хорошо, то, что кухня, даже находясь в гостиной, совмещена с гостиной, но она немного отделена вот такой вот небольшой барной стойкой от самой гостиной. И сама кухня выглядит таким образом. Давайте вам покажу, что же здесь есть. Первый шкаф, я думаю, что это холодильник. Ага, видите, встроенный холодильник, шкаф очень красиво сделано. Есть морозилка. Далее идет бытовая техника. Очень много шкафчиков для различных кухонных принадлежностей. Здесь вы можете хранить кастрюли, вилки, ложки. И что самое интересное, все с подсветкой. Даже если будет темно в комнате, то, как вы видите, все с подсветкой. И вы сможете легко находить какие-то приборы. Также здесь можно разместить чашки. Есть вытяжка, плита фирмы Beko, одна из самых лучших фирм в Турции. И здесь уже тоже можно разместить какие-то кухонные принадлежности, чашки, ложки, стаканы и так далее. Ну, естественно, кран. И есть посудомоечная машина. Чтобы не мучиться с мойкой посуды, можно все мыть в посудомоечной машине. И что самое хорошее, на кухне также есть окно и небольшой балкончик. То есть вы можете, если, например, жарко, закрыть окно, а если вечер, то для прохлады, для сквознячка можно открыть это окно. Как я уже говорила, друзья, стоимость этой квартиры у нас 92 тысячи евро. Эта квартира продается вместе с мебелью, поэтому, как вы видите, вы можете прямо вот заехать и жить в этой квартире. Вот такие вот интересные здесь есть дизайнерские стулья, диван, окна, место для телевизора. Конечно же, в стоимость всех квартир включены кондиционеры. И большой балкон. Давайте я вам покажу балкон. Как я уже говорила, площадь этой квартиры 120 квадратных метров. Мы выходим на балкон. Балкон, как вы видите, здесь немного угловой. С балкона открывается прекрасный вид на бассейны. Вот внизу в этом комплексе есть бассейн и детские горки. Также есть парковка. С другой стороны этого балкона открывается вид на горы. Здесь можно сушить одежду, отдыхать. И очень хорошо, что сторона солнечная в вечернее время, а в утреннее время здесь тенечек. В общем, балкон достаточно просторный, красивый. И виды здесь, конечно же, открываются потрясающие. Ну, теперь давайте пройдем, я вам покажу, как же выглядит спальня. Еще раз покажу вам кухню. И сначала мы пройдем в детскую спальню. Спальня чуть поменьше, где находятся две кровати. Как вы видите, здесь тоже есть шкаф, куда можно положить все свои вещи. Кондиционер обязательно. И окно вот с такими вот красивыми шторами. Далее мы проходим с вами первую ванную комнату. Ванная комната выглядит вот так. Достаточно просторная комната с душем, с такой вот интересной раковиной, с шкафчиками для ванных
принадлежностей. Очень большая душевая кабина, туалет и обогреватель для воды на стене. Очень приятные такие спокойные цвета плитки здесь. Ну и, конечно же, очень интересная подсветка для зеркала. Выходя из этой ванной, вы попадаете в большую спальную спальню. Здесь расположена кровать, большой шкаф, где можно хранить все вещи. Спальня очень просторная. Конечно же, есть кондиционер, трюмо и отдельная ванная комната. Не такая большая, как та, но есть душевая кабинка, туалет и раковина. Тоже выполнена в таких спокойных пастельных тонах. Ну и, конечно же, здесь есть балкон, с которого также открывается вид на комплекс, на бассейн и на горы. Балкон небольшой, но очень уютный. Я думаю, что места здесь будет достаточно. Друзья, вот таким вот образом выглядит квартира 2+1. Достаточно просторная квартира, 120 метров квадратных. Для проживания, для отдыха очень хорошее жилье. Айхан, на Салдаре гюзельно? Красиво? Жаль, гюзель. Да, мне тоже очень понравилось. Сколько она стоит? 92 тысячи евро стоит эта квартира. В общем, друзья, квартира выглядит вот так. Здесь очень просторно, светло, красивая отделка, красивая подсветка. Очень мне все понравилось в таких спокойных тонах. Ну, конечно же, вы можете, когда переедете в квартиру, можете что-то поменять на свой вкус. Ну, а теперь давайте пройдем наверх, на террасу я вам покажу, и потом уже спустимся в бассейн. Друзья, сейчас мы хотим вам показать пентхаус 4+1, двухуровневый пентхаус в том же здании, на 10 этаже. Мы не профессиональные риэлторы, поэтому не судите строго, мы просто вам хотим показать квартиры, в каком они состоянии продаются в Турции. Как вы понимаете, они уже готовы к заезду, поэтому, когда вы приезжаете, можете только купить мебель, все необходимое и жить. Сейчас мы заходим в пентхаус, который стоит 225 тысяч евро, и его площадь 240 метров квадратных. Сейчас мы находимся на террасе на втором этаже пентхауса. Отсюда открывается потрясающий вид на горы, вид на море. Ну и, конечно же, здесь можно загорать, отдыхать, я не знаю, наслаждаться погодой, природой и солнцем. Друзья, к сожалению, этот пентхаус не готов, потому что это индивидуальное жилье, и если вы купите пентхаус, то его уже подготовят соответственно вашему вкусу, вставят розетки, которые вы хотите, может быть, что-то перекрасят, переделают. Ванна уже готова, но, как я уже сказала, поскольку это жилье не экономичное, то это жилье переделывают соответственно вкусу покупателя. Как я уже сказала, этот пентхаус 240 квадратных метров, и его цена 225 тысяч евро. Здесь 4 спальные комнаты, большая гостиная с кухней, большая терраса. В общем, если вы захотите просторное жилье, то можете купить пентхаус. Ну а сейчас мы спускаемся вниз и покажем вам инфраструктуру и бассейн в этом комплексе. Выйдя из лифта, вы можете спуститься вниз и попадаете к бассейну. Бассейн здесь выглядит вот так. Есть горки, лежаки. Очень красиво все, комфортно сделано. Есть Айхан, которому все нравится. Да? Айхан, покупаем? Покупаем. Окей, покупаем. Есть небольшой сад. В этом комплексе есть небольшой детский бассейн. Все очень красиво, ухожено. Здесь есть свой садовник, кто следит за комплексом. И сам дом снизу выглядит вот так вот. Ну а сейчас, друзья, пройдемте в самый низ,
посмотрим хамам и другие варианты, которые здесь есть, инфраструктуре. Я там еще сама не была, поэтому в первый раз спускаюсь вместе с вами. Спустившись на нижний этаж, друзья, мы попадаем вот в такое помещение. Оно разделено на две части. Сначала вам покажу часть, где находится хамам и сауна, а также комнаты для массажа. Как вы видите, здесь тоже очень просторно. И сначала вы попадаете в комнату, где можно переодеться, подготовиться для процедур массажа или для хамама. Здесь расположены вот такие вот стульчики и расположены шкафчики для переодевания, где вы можете оставить свои вещи. Далее, выходя из этой комнаты, вы попадаете в комнату, где делают массаж. Здесь есть вот такие вот две комнатки для массажа. Небольшие, но вполне уютные, с красивой подсветкой. Там расположена еще одна комната. Здесь, наверное, какое-то помещение административное. Есть также шкафчики для переодевания. И далее проходя вглубь, здесь есть джакузи. Видно, что люди пользуются. Здесь вы можете посидеть, отдохнуть. Также таких джакузи в комплексе две. Есть еще с этой стороны тоже джакузи, которую вы используете перед тем, как попадаете в сауну. И есть вот такая вот небольшая сауна. Вполне хватит для семьи или для двух человек. И также, друзья, здесь есть небольшой хамам, который работает. Вот так вот выглядит хамам. Ох, сейчас запотеет камера. У меня запотели очки. Ну, в общем, хамам небольшой, теплый, тоже вполне для комплекса хороший размер хамама. Также здесь есть бильярд. Вот Айхан сейчас нам покажет мастер-класс. И есть, как вы видите, еще здесь теннисный стол. Аферин. Еще в этом комплексе есть тренажерный зал. Айхан решил продемонстрировать нам. Есть вот такие вот беговые дорожки и различные тренажеры для занятия спортом. А также на выходе с первого этажа есть парковка для велосипедов, что очень удобно. Я думаю, что здесь также можно запарковать и электрический мопед, если он у вас есть. И эта дорожка выходит прям к бассейну. Очень-очень удобно, дорогие друзья. Вот здесь можно пройти и привезти велосипед или электромопед. Будучок мантыклы, мотор лачендейльми. Мотор обеспечен. Ага. Очень удобно для мопедов и велосипедов. Ну а сейчас, друзья, я поднимаюсь на самый-самый-самый верх, на террасу, где располагаются лежаки, где можно делать барбекю. И с этой террасы открываются потрясающие виды на горы, на море, на всю Аланию. Сегодня немножко пасмурно, но все равно очень красиво. Здесь есть люди, поэтому не будем их тревожить. Покажу вам с этой стороны, что же здесь есть. Вот такой вот вид открывается на горы. Очень удобно, когда в собственном доме есть вот такая вот терраса, где можно загорать, отдыхать. И с той стороны есть вид на море. Вот вы видите, для барбекю есть приспособление. И с этой стороны открывается вид на море. Сегодня, как я уже сказала, немножко пасмурно, но все равно даже очень-очень красиво.
Вот так вот выглядит один из комплексов, жилых комплексов в Махмутларе от компании By Construction. Вы, конечно же, пишите в комментариях, хотели бы вы жить в таком комплексе. Очень хорошая инфраструктура. Мне очень-очень понравилось здесь. Все ухожено, красиво. Компания By Construction, как сказала Милана, на рынке уже более 30 лет, и они построили более 2000 единиц недвижимости. Сейчас они строят новый комплекс в Махмутларе с уникальной пент-виллой, которая располагается на двух верхних этажах, занимает площадь 800 квадратных метров, стоит она 800 тысяч евро. И в одном из следующих видео, друзья, я постараюсь показать вам пент-виллу, когда она будет готова. Ну, а вы пишите обязательно в комментариях, какие у вас есть вопросы к застройщикам, к строительным компаниям, к риэлторам в Турции. Я передам все вопросы, на которые они постараются ответить. Ну, а наша экскурсия завершена. Я жду лифт. Если у вас есть какие-то вопросы, я, конечно же, постараюсь ответить. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, пишите комментарии. Всем всего хорошего и всем желаю приобрести недвижимость в Турции. Да будет свет! Всем пока-пока!